воспитанники детского сада «Солнышко» поздравили юбиляров совместной жизни. В этот день это был не единственный контраст молодости и зрелости. В торжественной церемонии чествования людей, проживших в браке 50 и более лет, приняла участие пара, чей путь в семейную жизнь только начинается. Им и остальным молодоженам опытные в этом деле гости раскрыли секрет семейного счастья. Самое главное – это взаимное уважение друг к другу. Конечно, на первых порах это, вот мы говорим, любовь, а потом житейские всякие проблемы, вопросы, дети, внуки. И вот здесь надо относиться друг к другу с огромнейшим уважением, пониманием, и тогда все будет нормально. Таких прочных пар в Ленинском городском округе много. Нет сомнений, институт брака жив. Тамара Кращук замужем уже 50 лет. Любит рассказывать историю знакомства с мужем. Спустя полвека совместной жизни говорит о нем с улыбкой. Очевидно, у них любовь не пропала. Я желаю, чтобы встретить свою такую половину и прожить, как мы прожили. Я ничего не могу плохого сказать, у меня не муж, а золото. Слава, я тебя люблю. И надеюсь, что это будет всегда взаимно. У многих из них вальса Мендельсона на росписи не было. Да и сама свадьба в привычном ее понимании была не у каждого. Ведь эти пары поженились как минимум полвека назад. А есть и те, кто сегодня празднует 55 и даже 60 лет совместной жизни. В то время лишь единицы могли устраивать пышные праздники. Дойдя вместе до драгоценных свадеб, у виновников торжества появилась возможность повторно скрепить союзы и отметить радостное событие. Я хочу вас поздравить с этой датой, пожелать крепкого здоровья, долгих лет и вот такого же хорошего, бодрого сегодня, как сегодня, настроения, чтобы вы еще долго нас и радовали, и учили, и мы брали с вас пример. И когда молодежь говорит, что так долго с одним человеком прожить невозможно, эти ветераны семейной жизни тихо улыбаются. Ведь они наглядный пример опровержения подобных суждений. Юлия Погосян, Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.